Алло. Ну, что я вам хочу сказать? Испугались они. Мы так и думали. Они как Лапкина увидали, так и все, и передумали. Ну, я тебе и говорил. Это первый вариант. А второй вариант, если начнут говорить, сбегают. Я их знаю. Они уже побежали практически. Я их тормознул, наверное, минут 35 с ними разговаривал. Вот. Ну, что хочу сказать. Люди, конечно, жалко людей. Не признают они ничего, ни душу не признают, ни Христа, они не хотят принимать ничего. Вот, ну, я потом тогда это просмотрю еще нашу беседу. Вопросы вот есть такие интересные у них. То есть не вопросы, а как бы аргументы, ну, на наши утверждения у них такие интересные. Причем зачитывают они вот свое, зачитывают места Писания, да, там все переставлено или исправлено, и это они все оправдывают. Синодальным там, ну я не знаю, вот сколько зачитывали мест, в каждом месте или исправление, или перестановка слов идет. Только в Новом Завете, считая Ветхого Завета, 6 раз говорится о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. Это никак нельзя отрицать. Так написано, прямо сущий над всем Бог. Они эти слова убирают, вставляют там Сын Божий или еще что-то. Да. Они, я сколько не упрашивал, я говорю, ну, полезно, говорю, людям будет, и людям тем, которые сомневаются, допустим, я уже уговариваю их, да нет, вы знаете, им, видимо, не разрешают вступать вот такие вот прения всякие там. А что они сказали, когда отказались? Какая причина? Ну, то, что они, если, ну, типа их работа заключается в том, чтобы донести людям Слово Божие, а вступать в какие-то споры, они говорят, я говорю, да мы не спорить будем, мы относительно Священного Писания и, ну, поговорим. Я и вопросы подготовил, и все. Что могу сказать? У меня сейчас время не отняли они. Они за это ответят. У вас сейчас, а я с 10 часов настраивался, там камеры настраивал, у меня сколько они отняли, вообще там 8 часов, я бы сколько дел поделал бы. Обманщики? Ну да. Вот хваленые знатоки Писания, ничего они его не знают, Писания. Ну как, они знают, ну, по-своему. Насчет души зашел разговор, я говорю, ну а как же вы не признаете душу? Я вот говорю, у меня был опыт, допустим, я сам мертвым. Он как бы начал зачитывать там современных ученых, что такое там клиническая смерть, все такое. Вот. Я говорю, ну что это, выдумки? Я говорю, я сам лично был мертвым больше 20 минут. Вот, как бы привел им доказательство, я сам был трупом. Вот, то есть я проверил все его вот эти вот там доказательства. Но на эти доводы есть контрдоводы. Они неверующие, они не верят. Они если не верят в душу, то тогда что, смысл какой? В Писании говорится, видел под жертвенником души убиенных, 6-9 откровения. Души. Они на это что говорят? Они говорят, а вот там написано еще, отдало море мертвецов, допустим, или о земле там живой, где в Писании говорится. Ну, хоть... Море мертвецов может отдать. Души убиенных, там другие слова-то не надо подставлять. Как они объяснят здесь? Видел души убиенных, которые говорят, доколе владыка святые сильно мстишь. То есть они мыслящие. И они знают, что на земле делается, и знают, что они убитые. Тут не надо никакие места, море, землю. Вы вот это место объясняйте, и все, за ними бегать не надо. Конкретно объясните, о чем здесь говорит евангелист Иоанн. Это они объясняют, что это не о душе говорится, это
образно, образ как бы такой. Нет, нет, откуда образно? Души убиенных. И они разговаривали, доколе владыка святые истины не мстишь за кровь нашу. И было сказано им подождать короткое время, да, на белой одежде. Доколе ваши сотрудники дополнят число. Какой тут образ? Это все реально? Это не притча никакая. Вот один стих взять и никуда не уходить. И в него все время говорить об этом. Ну и дальше что? На одном месте только, они уже полностью засыхают. Я видел души убиенных, слово убиенных в родительном падеже, принадлежавшие убиенным, которые были когда-то с души. Вот никак нельзя. Вот они говорят, допустим, я завел такую тему, ну, о малом стаде, то, что Господь говорит, когда приду, найду ли веру вообще на земле, да? Они, я не помню, где написано о людях, ну, о том обществе, не об обществе, а о количестве людей, которых, допустим, ну, не принадлежали совсем. Это, ну, как бы отделенные они такие люди. И им, с ними разговаривают только на Священном Писании. Никаких доводов не надо делать. На все доводы найдутся контрдоводы. И нельзя убедить. Но когда они прямо скажут, что не верят в Писание, скажут, разговор закончен, вы безбожники. Все Писание богодухновенное, они в это не верят. А раз не верите, этим доказано, что вы неверующие. А неверующий представляет Бога лживым, как автора книги. Не надо им никаких доводов, только Писанием. Писание. И никуда не уходить. Вот один стих берем, 6-9 Откровения. Все. И на этом закончен разговор. Они его никогда не объяснят. Другие места они пытаются сказать, что это жизнь человека, или человек вместе с телом, душа, там с Авраамом 75 душ приехало в Египет. Здесь конкретно души, которые принадлежали убиенным. Убиенным. Тут никуда нельзя деться. Вот это один стих. И на этом стоять. Это не то, что притча о богаче и Лазаре. Это притча. Здесь конкретно. У них новое все уже там, у них настолько все они растолковали по-своему, что они... У меня они просто неверующие. Ну это неверующие, это никакая даже не секта христианская, просто сатанисты. Они все перевернули. А он лжец, отец лжи. Все Писание перевернуто. А мы говорим им, смотрите, вот когда Саул готовился на последнее сражение, и он пришел к Эндорской ведьме, волшебнице, и вызывал душу Самуила. Кого он вызвал? С кем разговаривал? Конкретно, с кем он разговаривал, когда Самуил был давно уже похоронен? А он видит Самуила, и Самуил, автор говорит, слова автора, и Самуил сказал. Это Дух Святой говорит, что автор Самуил этих слов. Вот второе место, из которого их выпускать не надо, они никогда не ответят. Тут только нужно сказать, мы не верим в Святой Библии, и все на этом, разговор закончен. А с неверующими какой разговор-то? Других доводов нету. А зачем ему доводы, когда он не верит? Неверующий Богу представляет его лживым. Он сказал, Бога нет, безумец. Причина одна, развратились, совершили гнусные преступления. Успех наш зависит не от нашего искусства доказывать, а от доверия Богу, когда мы ему место даем. А место даем Богу, когда приводим место Писания. Вот когда на Первом Вселенском соборе победа досталась Арию, практически-то подписали уже арианские там символы, все. И в это время Афанасий встал диакон. И он прямо показал, Бог будет судить последний день. Евангелие от Иоанна 12:48. Смотри, Карий, вот смотри, вот читаем 12 глава Даниила. И подведен был, он стоял, перед ним нет. Скажи, тебя кто будет судить? Согласно Слову Божию, все народы перестанут перед. Ты в это Арии веришь? А как он может судить, если не Бог? И архиереи один за другим стали дезавуировать свою подпись и зачеркивать то, что подписали. А интересно было у Трифилия, кажется, он когда на соборе-то был, по неопытности-то, подписал еретический этот эдикт-то. А он как-то считался высоким. И говорит, это мою подпись стереть надо, потому что впереди меня подписался тот, кто ниже меня.
Пусть он, говорит, перепишется сюда где-то. Ну и таким образом подпись-то стерли, он вот делать нечем стал и ушел. То есть находили вот такую мудрость. Понятно. Ну, ладно, Игорь Тихович. Ладно, все. Ну, я сейчас только ребятам говорил, по-другому они никогда не поступали. Всегда так. Дорога или встретишься, недостаток времени у них или не придут. Беседовать не будут. А они только так, как сходу на человеку налететь и сшибить с него шапку. А беседовать нет, а там ничего нет. Ну, если хороший баптист, то еще что-то может сказать. Баптист хороший, там доводы есть писания, а у этих ничего нет. Благодарю. Ладно, все, с Богом. Все свободное. Еще один раз доказано. Хотели беседу с иеговистами вести, свидетели Иеговы. Мы заранее сказали, что они не придут. Давно нету. Почти час ждал. Ну да, ровно час. Нету. Сергей устроил, с их руководителем договорился. Это в Воронеже. Сегодня вот 31 января 2016 года, воскресенье. Он предупредил заранее. Минут за 15 проверил, как система работает. Ну и вот, отказались. Причина какая? Да ну, это как бы где-то раздавать брошюрки говорить, он бы согласился. А тут о вере говорить. Они боязливые. И боязливые не по какой-то причине, что просто боязливые, а Дух Божий наводит страх. Они не верят в Святую Троицу. Не верят. А как можно не верить? Вот я им сейчас, если бы он пришел, я привел бы в такие места. Сказал Бог Моисею, я есть сущий. И сказал, скажи так сынам Израилем, сущий Иегова послал меня к вам. Об Иегове-то сказано. Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. То есть я признаю, им это нравится, что а вот вы знаете, как Иегову звать. То есть, ну, как маленькие разумом дети. Я говорю, вот считайте, Евангелие от Иоанна 1.1. Вначале было слово. И слово было у Бога. У Бога, вот это слово у Бога. Бог сам по себе, а у него было слово с большой буквы. И слово было Бог. Какое это слово было Бог? Ну вот это, которое у Бога. А кто это? Ну вместо слова было Бог. Тогда можно... Бог был у Бога. Тут ясно дело, речь идет о Христе. Что это за слово, которое есть Бог? Явно, что Иисус Христос и есть Бог. И где же, когда это проявилось? 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна». Бог явился во плоти. Кто явился во плоти? От Девы Марии родился. Показал ангелам и далее. И мы говорим, и Бог был явно в лице Иисуса из Назарета. Иоанна 1,18. «Бога не видел никто никогда. Сын, сущий в недре отчим, он явил». Кого явил? Ну, Бога-то не видел никто никогда. Явил Бога собой, Бога, римлянам. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Кто Христос, сущий Иегова над всем Бог? Кто? Христос по плоти, когда Дева Мария родился. 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне во Иисусе Христе. Все есть истинный Бог». И жизнь вечная. Как можно эти слова не перевернуть? Все есть не истинный Бог. Надо негде-то еще купить. Именно так и понимали слушатели, окружающие Иисуса, что Он Бог. Иоанна 5,18. Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, и не отцом своим называл Бога, запятая, делая себя равным Богу. Иудеи так и поняли. За это, говорит, да иначе бы распяли. Они и распяли его. Делая себя равным Богу. Искали убить его за это. Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу. Это у него не похищенное. Это ему принадлежащее. Он равен Богу. 1 Иоанна 5,7. Ибо три свидетельства на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сии три сути едино. Вот откуда Троица. Едино. Ну вот и все места Писания есть. Я вам отвечаю. Не верю написанному в Святой Библии, будучи обличаемым гласом Духа Святого, третьего лица Пресвятой Троицы. Эти давно ставшие супер-еретиками написали жалкую и лживую книжку под именем Библии, как всемирный перевод новый. Святая Вселенская Церковь хранит истину во всей ее полноте. А в сектах этой полноты не было
и быть не может. Матфея 28:19. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. А там я один писал, я говорю, беда ваша в том, что вы где-то соприкоснулись и, похоже, даже очень плотно с сатанистами, которые называют, позиционируют себя христианами, свидетелями Иеговы, но они и суть лжесвидетели под именем Иеговы. Да. Вот весь ответ. Не пришли, да и не пришли. Мы ничем им не должны. Вот Богу и слава.